Приветствую, друзья мирмикиперы, кому-то еще интересно. Культурные колонии. Культурные колонии у нас развиваются, размножаются. Я их усилил значительно, поэтому стартовые колонии мурашек у нас прекрасны. Он, кстати, тоже вот за счет таких вот маленьких отводков усилий. Вон попала к ним королевишна Макулатус, Боинг этот. И они ее завалили. Вот еще у нас есть, то есть как бы все красиво, все прекрасно. Коконы, расплод, рабочие, все кто можно, прорываются там. Так что их у нас много. Обращайте, потихоньку расходятся. И очень интересно, я хотел вам рассказать. И она очень долго лежала. Короче, попалась мне вот такая вот королева. Она уже померла. И на ней сидели вот такие красные пятнышки. Паразиты какие-то присосавшиеся сидели. Я думаю, что это за ерундень? Оставлю ее на всякий случай посмотреть. Оставил. В итоге эти красные пятнышки отвалились. Она так и не дала расплода. И что вы думаете, из этих пятнышек вылупилось? Вот это вот. Красная другая, блин. Вот как... Опа. Вот такая вот красная ерундень. Если кто в черноземе копался... И видел, мы в детстве называли их кровопивцами за их ярко-красный цвет. Но это какие-то клещи, которые оказываются, как промежуточная ситуация, они паразитируют на насекомых. Я думаю, что не только на мурашках, потому что я на разных жуках видел такие красные штуки висели, как коконы. Даже интересно, чем он там питается. Но, во всяком случае, этого кровопивцу я... выпущу, а этот, видимо, не вылупился второй. Не хватило соков с мурашечки. Так что довольно-таки интересно наблюдать. На этом все. Спасибо за просмотр. До побачения.